Владивосток, 29 июля 2024 года, спортивная гавань. Хорошая погода сегодня. Три дня был дождь, туман, морось. Вот, а сегодня вот солнышко. И люди вон на пляже загорают, купаются. Спортивная гавань. Набережная спортивной гавани. Яхточки стоят белоснежные. И облачка красивые сегодня такие. Малой вон на велосипеде катается здесь. Красота. В хорошую погоду веселее гораздо. Это яхт-клуб Тихий океан. Сапы здесь у людей. Спасение в воде.
пляж юбилейный. Там вон бассейн виден, и шезлонги здесь стоят. Здесь спортивная площадка. Сегодня жарко, никто не занимается. Здесь всякая уличная еда. Пирсы. Здесь какой-то маркет. Прям жарит солнце, прям жарит сегодня. Впереди водная станция ТОВ. Чайки кричат. Тир. Вчера здесь праздновался день ВМФ. Что там тарахтит? Там на территории что-то тарахтит, техника. Отбойник какой-то, что ли. Здесь. Ой. Там пацаны с пирса прыгают, что ли. Там водный мотоцикл. Фу, душновато сегодня. Облачка такие вот красивые. Чайки летают. Красота. Тарахтит и тарахтит там эта техника. А здесь вон лодки стоят, или как они правильно называются, шлюпки. Там вон техника, какой-то отбойник тарахтит, тарахтит. Иногда здесь тренировки проходят на байдарках. Вот здесь вот. Водная станция ТОВ. Фу.
там эти тук-туки эти вот ездят. Возят там всякие грузы. Яхт-клуб 7 футов здесь находится. Там всякие разные яхты стоят. Детишки здесь на маленьких яхточках занимаются. Вон. Видео снимают здесь вон оператор. Там яхты стоят. Просто там не пройти дальше. Там тупик. Здесь такой здоровый якорь. Пираты, разбойники, шалун. Джаз. Играет какой-то. Ну или не джаз, какая-то мелодия, в общем, красивая. Это яхт-клуб 7 футов. Ну и небольшой здесь пляжик есть. Солнце прям прижаривает. Что-то там ремонт какой-то идет. На велосипедах люди катаются, пешком здесь ходят. Ну, тропа здоровья, короче, здесь. На самокатах катаются. Там он экскаватор работает, отсыпает грунт, ну или что там, камни какие-то. В общем, он увеличивает эту косу. Это, наверное, пирс какой-нибудь будет. Яхты будут ставить потом. Ну а пока так все выглядит.
кафе 93 градуса. To go plus. Чайка там в шапочке. Вон какое небо сегодня красивое. Чайки летают. Красота. Здесь волейбольные площадки. Но сегодня никто не играет, потому что рабочий день. Вот. Морюшка, море и небо, облачка, красота. Пацаны там балуются на матрасе на каком-то. Там детишки на маленьких яхточках тренируются с яхт-клуба 7 футов. Вот. Жарко сегодня. Ну, люди вот загорают, купаются здесь. Красота. Небо такое. Пляж здесь каменистый, и в воде тоже камушки. Там вон еще одна волейбольная площадка. Тут спортивная, оказывается, площадка, а там волейбольная. Граффити тут интересные, всякие изображения. Что тут? Какой-то инопланетянин, что ли, с лазером в кошку или в кота стреляет. Непонятно. Там спрут, или кто это? В общем, щупальцы здесь какие-то изображены. Спортивная здесь площадка. Правда, покрытие песок. Брусья, турники, всякое здесь. Интересное граффити. Тигр, медведь и дракон. Изображены. Море, море. Море, море. Здесь стадион такой. Здесь иногда тренируются детишки, футбольная команда. Вот. Турнички здесь. Ну и дорожки
Здесь люди бегают. Вот такая вот красота. На сапах там люди. Красота.